Эх, вот незадача. У машины лопнуло колесо. Успейте поставить лайк за 3 секунды, чтобы поставить запасное. Считаю. Раз, два, три. Приветствую всех, с вами Илюша. Сегодня мы поиграем в игрушку под названием Bullet Smash. Наша задача заключается в том, что мы должны покупать вот такие пульки и, естественно, ими заряжать оружие. На сей раз у нас имеется вот такой пистолетик, и пульку я поставил на множитель x3. То есть, по сути, она превратилась из одной пули сразу же в тройную. Ну и видим то, что тут у нас имеется вот такой прикольный левел, где нам надо, конечно же, стрелять вот в таких противников. Только что противник нам нанес урон, но ничего страшного, друзья, потому что я вижу то, что тут у нас имеется параметр дабл, и в итоге теперь у нас имеется вот такой мега мощный двойной выстрел. Это, друзья, реально очень и очень даже круто. Нам удалось накопить 630 баксов. Давайте тогда сейчас, конечно же, на все эти денежки мы купим патрончики. Ну и видим то, что у нас получилось сделать аж целый третий уровень силы нашего патрона. Он выглядит вот таким образом, такой зелененький. Конечно же, этот патрон я поставлю на множитель x3, а вот тут этот патрон первого уровня поставлю на множитель x2. Нажимаю, конечно же, на шут. Ну и видим то, что наше оружие стало даже другим оружием. Теперь у нас, ребятоньки, не пистолет, а вот такая УЗИшка. Вот это да. А такого, честно говоря, я не ожидал. Давайте тогда сейчас мы еще прокачаем размер наших пулек. Ну и видим то, что они, ребятоньки, стали очень и очень даже огромными. Ого, ничего себе. А мы сейчас вместе с вами первый раз в жизни дошли до финиша. Ну и видим то, что на нас тут идут вот такие стикманы. Ну и мы пока что вместе с вами с ними справляемся. Единственное, каждый раз они все больше и больше, ребятоньки, становятся по размерам и, конечно же, додавливают меня количеством. Ничего страшного. Зато мы сейчас вместе с вами опять-таки хорошенечко прокачаемся. Хотя, может быть, и не хорошенечко, потому что денег нам больше не хватает. Нажимаем тогда, конечно же, на шут. В принципе, у нас сейчас тоже получится УЗИшка. Ну и я этому, ребятоньки, тоже, конечно же, рад. Сейчас тогда еще возьмем вот такие прикольные множители. Ну и видим то, что наше УЗИ стреляет по 3 патрона одновременно. Вы представляете, насколько это круто? Также я еще вижу вот такой множитель квадро. И теперь мы стреляем даже по 4 патрона одновременно. Вы просто посмотрите, это у нас реально был какой-то град из наших пулек. Сейчас тогда будем, конечно же, стрелять по вот тут этим стикманам. Видим то, что тут у нас даже еще имеются вот такие сундучки, друзья, с деньгами. Ну и давайте тогда, конечно же, мы эти все денежки, друзья, получим. Потому что нам они сейчас нужны как никогда. И воу, ничего себе, вы это видите? Насколько у нас мощные стикманы попались. Они, ребятоньки, опять-таки меня задавили своим количеством. Но зато мы увидели то, что там в конце уровня есть какой-то непонятный босс, до которого мы вместе с вами обязательно дойдем. Ну а сейчас я, конечно же, опять-таки покупаю наши патрончики. Видим то, что у меня имеется эволюция третьего патрона. Давайте тогда сейчас мы, естественно, объединимся и получим вот такого красавчика 4 уровня силы. Выглядит патрончик очень и очень даже, друзья, достойно. Давайте тогда сейчас посмотрим, какое оружие мы вместе с вами сможем получить. Ну, пока что, в принципе, та же самая УЗИшка. Ну, а сейчас мы вместе с вами очень даже быстро проходим вот тут этот первый левел и начинаем приступать опять-таки фигачить вот тут этих стикманов. Хорошо то, что у нас сейчас более-менее неплохие такие патрончики, поэтому я думаю, мы сейчас обязательно с этими ребятами справимся, особенно с вот этим пареньком. Все, друзья, замечательно. Еще денежки в кармане у нас имеются. Ну и вот о чем я говорил. У нас имеется мега прикольный момент объединиться, естественно, положить вот этот патрончик 4 уровня на множитель x2, и вот этот тоже на множитель x2. Давайте, ребятоньки, конечно же, посмотрим, на что у нас оружие сделается, но сделалась она опять-таки на дурацкую УЗИшку. Нам надо много и много прокачиваться, и тогда у нас точно будет результат. Ну а пока что мы сейчас вместе с вами, конечно же, получаем множитель на, опять-таки, размер наших патронов, и мне он, честно говоря, друзья, нравится больше всего, потому что он очень и очень даже весело выглядит. Ну и в итоге, смотрите, мы только сюда пришли, а нам надо было зафигачить только одного паренька. Сейчас тогда еще разберемся до конца с этими ребятами, ну и будем приступать уже фигачить вот этих новеньких пареньков, у которых, друзья, масса уже даже в 30 с чем-то единичек. И вот, кстати, наш тот самый босс, до которого мы вместе с вами обязаны когда-нибудь в этой серии дойти. Ну а пока что такой возможности у нас нет. И я все-таки думаю, это связано с тем, что у нас слишком слабенькое оружие. Вот смотрите, сейчас у нас будет мега мощное оружие, это точно. Потому что мы сейчас получаем эволюцию 4, 3 и 2 патрона на множитель x3. Давайте тогда, конечно же, смотреть. Я вижу то, что у нас, друзья, имеется действительно новое оружие. И это уже что-то типа полупистолета.
пистолета полуавтомата. Так, ну ладно, хорошо. Видим то, что это оружие стреляет на самом деле очень и очень даже мощно. Сейчас тогда мы вместе с вами даже вот тут этот параметр немножечко нафармим, и потом получим, естественно, еще двойной выстрел. Посмотрим, на что это оружие способно здесь, вот именно за нашей финишной чертой. Но видим то, что пока что мы вместе с вами справляемся очень и очень даже круто. Наши человечки даже не успевают, ребятоньки, просто тупо начать идти на меня. Поэтому, я думаю, это очень и очень даже неплохое оружие, которое мы вместе с вами будем использовать все чаще и чаще. Главное, чтобы нам попадались множители на x3. Ну, а тут, как всегда, ребятоньки, мы вместе с вами проигрываем, неважно, какое у нас оружие. И, блин, ё-моё, вот после таких левелов очень обидно получать вот такие дурацкие множители в x2. Хотя, смотрите, мы вместе с вами сейчас можем прокачаться и сделать эволюцию уже вот такого патрона. Вы просто посмотрите, он выглядит даже как-то фиолетово, что ли. Сейчас тогда будем его ставить на множитель x2 и, естественно, смотреть, насколько этот патрончик у нас мощный. Но то, что мы получили сейчас УЗИшку, меня, в принципе, ребятоньки, это никак не оскорбляет. Главное то, что у нас имеются, ребятоньки, очень и очень даже мощные патроны 4 уровня силы. И вы просто смотрите, как они жестко пробивают наши множители. То есть они сразу же по 10 единиц здоровья отнимают у наших противников. Вот это да, друзья. Не хватает только скорости атаки, а остальное уже у нас реально очень и очень даже неплохо так прокачано. И, блин. Заработали мы 940 баксов. Нам, в принципе, хватает сделать эволюцию патрончика 2 уровня силы. Давайте тогда, конечно же, это делать и получать, опять-таки, вот такую обычненькую УЗИшку. Но зато с тройным выстрелом. Ничего себе. Вот это уже очень и очень даже хорошо. Сейчас я тогда сразу же начинаю, друзья, фармить скорость и получать еще множитель квадро. Офигеть. Вы просто посмотрите. Была бы у меня еще какая-нибудь очень и очень даже мега мощная пушка, я бы, ребятоньки, был бы на 7-м небе от счастья. Ну а пока что мы сейчас вместе с вами начинаем лутать вот тут этих чувачков и видим то, что у нас это получается очень даже неплохо. Все-таки недаром мы сейчас вместе с вами, друзья, вкачали очень хорошо патрон 4 уровня силы. Вот, смотрите, уже мы начинаем побеждать вот тут этих чувачков, и мы вместе с вами дошли до босса. Офигеть, у него 1500 хпшечек, но мы вместе с вами стараемся его до конца побеждать, но победили примерно наполовину. Это было, конечно, очень и очень даже мощно. Но сейчас мы вместе с вами сделаем еще мощнее. Вот смотрите, у нас имеется сразу же множитель на x3. Да мы сейчас, конечно же, все патрончики поставили сюда, потому что они мега прокачаны. Ну и получаем, опять-таки, вот такой, ребятоньки, оружие. Кстати, смотрите, множитель трипл нас встречает. Это вообще потрясающе. Ну и сейчас, по сути, мы точно вместе с вами должны победить босса. Потому что все нужные множители у нас, ребятоньки, в кармане. Да, смотрите, у нас имеется мега мощная скорость. У нас имеется четверной выстрел, и самое главное, друзья, вот такое мега прикольное оружие, которое уже у нас прокачано. Но видим то, что с этими человечками у нас, ребятоньки, вообще никаких проблем нету, поэтому, естественно, их фигачим, даже, наверное, друзья, заранее вот так. Ну а самое главное, мы готовимся потихонечку, ребятоньки, к нашему боссу. Вот я сразу же направляю на него ствол, и видим то, что у него, ребятоньки, даже не 1500, а 2000 очков было. И, блин, серьезно? У него оставалось меньше 200 хпшечек. Ну что же, ребятоньки, а на этом, я думаю, можно заканчивать прохождение нашей игрушки. Если вам она понравилась и вы хотите увидеть продолжение, обязательно напишите об этом в комментарии. Ну и, конечно же, наставьте кучу-кучу лайков. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока-пока!